Доброе время суток. С вами Анна Малкова. Срочные новости. В детском лагере «Березка» выключили свет. В это время произошло нечто ужасное. Некоторые дети заболели неизвестным вирусом. Первые симптомы – головокружение и сильная усталость почувствовали дети из 5-го факультета. Проснувшись с утра, эти ребята начали себя странно вести. Передаю слово нашему корреспонденту, который прибыл на место события. Алексей, скажите, пожалуйста, что происходит? Здравствуйте, Анна. Здесь действительно творится что-то странное. Дети перестали реагировать на слова. Они очень странно двигаются и вообще относятся агрессивно к прохожим. Многие отдыхающие начинают поговаривать, что видели что-то подобное в фильмах про зомби-апокалипсис. А, что вы делаете? Мы берем интервью у выжившего оператора. Скажите, пожалуйста, что там было? Там было нападение. Они напали на меня. Как вы выжили? Я бежал от них. Ты так красива, невыносима. Рядом с тобой. Спасибо за информацию. А сейчас с вами Дарина Полякова, и мы переходим к обыденным новостям лагеря. Каждый день организуется общение с иностранными гостями. Ребята из первого отряда приходят к нам поговорить о различных странах. На этот раз мы познакомились с Кассандрой, любимой американкой. Общение получилось просто замечательным. Даже приезжали ученые с интересной программой «Шоу сумасшедшего профессора Николя». Профессор Аннет показала, как можно пожечь деньги, не повредив их. А также основы перекинеза, которые впечатлили всех. Вот обычная вода, можешь набирать. И добавь, пожалуйста, в этот мерный стаканчик 40 мл. Шоу было восхитительным. Именно здесь ребята поняли, что значит настоящая магия и волшебство. Сразу несколько человек смогли поколдовать с химическими опытами. Наука – это не только интересно, но и весело. А теперь о других интересностях нашего лагеря. Мы наблюдали за захватывающей игрой третьего отряда. А вечером была очень веселая дискотека и конкурс диджеев. А еще... Алексей! Алексей!